Здравствуйте! Вы на канале «Зеленые питомцы». И сегодня мы поговорим о размножении сансевьерий. На примере моих анечек я покажу, как я отделяю деток. И еще мы сегодня опять оформим композицию из трех сансевьерий в лодочке. И заодно покажу, как себя чувствуют остальные мои композиции в таких же горшочках, кто как подрос и сколько деток появилось. В общем, все по порядку. И первое, что мы сделаем, это освободим вот эту многодетную маму Хани Маргината от пятерых деток. Они уже достаточно взрослые, чтобы самостоятельно расти и развиваться. Одну из этих деток я оставлю для композиции. И еще возьму две детки, Хани Фаворит и Хани Крем, и посажу их вместе в один горшочек. Для начала разделим вот этот куст. Достаю из горшочка, острым и чистым ножом отделяю деток, и, как обычно, все срезики я обрабатываю зеленкой. Все детки отделены. Для обработки срезиков вы также можете использовать толченый уголь или корицу. Еще видела, обрабатывают фукарцином, но мне больше нравится зеленка, потому что, во-первых, вот таким вот спиртовым раствором мы как бы прижигаем ранки, они быстрее подсыхают и вероятность загнивания уменьшается. И к тому же мы дезинфицируем места срезов, поэтому вероятность попадания какой-нибудь бактериальной или вирусной инфекции тоже сильно снижается. После таких обработок мы можем сразу сажать сансевьерии в грунт, но несколько дней поливать нельзя, пока срезы хорошенько не подсохнут. Еще меня спрашивают, когда уже можно отделять деток от материнского растения, каких размеров должна быть детка. Что касается ханечек, то здесь однозначно детка должна иметь хотя бы 2 полноценных листика, а еще лучше 3-4. И я имею в виду вот эти крупные листики, а не мелкие ювенильные, потому что если детка будет отделена слишком рано, то долгое время будет сидеть без движения, а потом может расти слабенькой мелкой розеточкой. Но, конечно, многое зависит от сорта. Есть сорта быстрорастущие, как обычная зеленая хани, а есть сорта, которые растут медленнее, как хани крем, например. Для нашей композиции я возьму вот эту детку и еще отделю две вот этих прекрасные детки, Хани Фаворит и Хани Крем.
Вот они уже готовы к совместной посадке. Как обычно, я использую для всех сансевьерий универсальный субстрат на основе торфа и в качестве рыхлителей добавляю кирпичную крошку, цеолит, немножко перлита, вулканическую лаву и мелкий керамзит. И, кстати, меня часто спрашивают, где купить кирпичную крошку. Кирпичная крошка не продается, просто нужно целый кирпич раскрошить молоточком. И еще обязательно все эти рыхлители хорошенько промыть от мелкой пыли. И нашу композицию задекорирую белыми камешками для аквариумов. Вот что у нас получилось. Пока детки маленькие, им будет комфортно вместе, но так как это достаточно крупные сорта ханечек, возможно, с возрастом их придется рассаживать по 2 в один горшочек. А пока эти лодочки отличное решение для экономии места на подоконниках и стеллажах. Это достаточно интересно и красиво выглядит. Мне очень нравится. И, как и обещала, покажу остальные такие же композиции. Вот все мои лодочки. В этом горшочке живет Хани Жиде Маргината, Хани Голден и Люсиль Палан. Изначально вместо Люсиль Палан я сюда посадила Хани Маргината, но мне кажется, Люсиль Палан здесь более гармонично выглядит. Из всех троих детку дала только Хани Жиде Маргината, а остальные просто наращивают свои листики. В этой лодочке я собрала серебристые ханечки. Это Хани Грей, Хани Сильвер Маргината, она же Крем, и Хани Сильвер. Из всех троих тоже только одна дала двоих деток, это Хани Сильвер. А остальные понемножечку тоже растут. А в этой лодочке живут три взрослые розетки Хани Зиберт. Хани Зиберт заметно отличается от обычной зеленой Хани центральной варикатностью. Здесь у них целый детский садик, пятеро деток на три взрослые розетки. И, как видите, розетки достаточно крупные и не мешают друг другу, поэтому, возможно, вот эти я тоже не буду разделять. На сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. И также буду рада вас видеть на своей страничке в Instagram.